Коллеги, ритейл-экспедиция в Красноярске. За мной Енисей. Сегодня мы уже полный день отработали в городе, посмотрели местный ритейл, в частности, торговую сеть Эль-Сити, встретились с основателями. Впереди у нас завтрашний насыщенный день деловой программы. Мы проведем конференцию «Ритейлер-поставщик. Как зарабатывать в рознице». Мы встретимся с коллегами из Сибирского федерального округа. В завершении мероприятия мы еще посетим экскурсию в один из магазинов торговой сети «Командор». Впереди у нас съемки в «Командоре», в «Красном Яре». Заглянем как в разные сети, так и на собственное производство сетей. Знаете, уже сейчас понятно, что этот город по-другому относится к ритейлу, ровно потому, что здесь всегда была сильная конкуренция между местными и региональными сетями. Очень интересно наблюдать за теми сервисами, которые уже предлагает здесь местный ритейл. И напоминаю, что все, что мы сейчас делаем, все, что у нас получается собирать на протяжении всех городов, не могло бы случиться, если бы у нас не было партнеров. Генеральный партнер фирмы 1С, а также выставки World Food. Сегодня мы, кстати, встретились с директором выставки Александром Межовым здесь и уже провели коротенькое интервью. А также благодарим сервис МБ Аудит. До встречи на наших каналах. Смотрите уже видео. Скоро, уже буквально скоро появляются видео на сайте, полные видеорепортажи. Ну что ж, до встречи в новых эфирах, в новых включениях и в новых городах.